В Старорусе после масштабной реконструкции открылся парк юности. Инициатором преображения забущенной территории в отличную зону отдыха выступил 123-й авиаремонтный завод. Все работы выполнены силами сотрудников предприятия. Прежде всего, вырубили 200 старых деревьев и заменили их новыми молодыми саженцами, декоративными вишнями, розовыми каштанами, сиренью. И это уже не первый вклад 123-го авиаремонтного завода в преображение Старой Руссы. Это возрожденный обновленный сквер авиаторов. Это полностью реставрированный памятник авиаторам Северо-Западного фронта. Это установка нового памятника герою Советского Союза Тимура Фрунзе. И сегодня мы можем с вами наблюдать, находясь здесь, это обновленный, красивый, замечательный парк «Юность». Видоизменился и памятный знак авиаторам, так называемый винт, установленный в парке «Юность» в 1992 году. Сотрудники ДК имени Тимура Фрунзе подготовили праздничную программу для первых посетителей парка. Порадовал парк и детей современной и качественной игровой площадкой, и взрослых, тех, кто любит тихие прогулки вдали от городского шума.